Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. Сегодня я совместно с вами буду подготавливать свой состав к переходу к 136-137 ОВРу. 2 миллиарда с чем-то монет у нас есть на балансе, поэтому прямо сейчас мы совместно с вами пооткрываем крутейшие наборы. Но прежде чем я начну, я напоминаю, 20 тысяч просмотров за сутки набирайте, разыгрываю вам звездный абонемент команды года. С вас лишь обязательно подписка на мой YouTube канал и подписка на мой Telegram канал. Поставить палец вверх и написать всего лишь один комментарий, простейшее условие, чтобы вы сумели принять участие. Но если вдруг вы испытываете проблемы с покупкой звездного абонемента, где находится карточка КК, то все можно приобретать официальным путем через меня, через мой магазин, который находится в ссылках в описании. Покупка через меня — это не покупка через левых людей, которые к вам могут зайти на ваш аккаунт, удалить его, либо украсть. Все покупается только официальным путем. Через меня, через мой магазин также можно покупать различные спецпредложения, которые у нас доступны в игре. Карточка Мбаппе 109 и 1000 поинтов. Ну а также ограниченные предложения, где есть шансы выбивать премиальных кумиров. Друзья, обращайтесь, все через меня покупается только официально. Ну и самые лучшие цены для всех вас. Ну а за каждого дополнительно приведенного друга вы будете получать бонусы. Мы совместно с вами переходим к магазину и подкрываем наборы. Я, конечно, хотел бы выбить карточку Зинедина Зидана, но зная свою удачу, хрен мне что угодно выпает. В последнее время что не открывает, такое говно редкостное выпадает. Ну вот Мане карточка, сейчас его стоимость составляет, ну плюс-минус, если вот так не соврать, где-то, ну, 20 чем-то миллионов монет. Если уйдет за эту стоимость, то уже будет хорошо. 19700. И, кстати, купоны у меня тоже появились, поэтому мы сумеем совместно с вами еще испытать мою удачу и, возможно, получить дополнительного игрока. Ну и что за говнецо тут будет выпадать? Ну снова Мане, ну как же так поступать, если спорт можно? Не надо так. 108 монешечка. Два набора открыл, пока что такое себе, лучше бы не открывал походу. А сейчас вообще говно из чемпионата мира какой-то выпает. Да, вот прям как и предполагалось. Немец, Бастина Швайнштайгера карточка. Игрок хороший, а вот карточка на данном этапе ни о чем. Не, хотя, конечно, может, многие из вас обрадовались бы его карточке. Как только наберем 35 тысяч просмотров, я вам разыграю сразу возможность СФД. Ой, блин. Короче, 35 тысяч просмотров за сутки набираем. Я вам разыграю набор, где 15 тысяч поинтов и плюс еще дополнительно 107 плюс ОВР Тотирок. Но я пока открываю, говно такое падает. Что ж, стыдно вам такое показывать. Продолжаем открывать. Путь начинается с обычных наборов для того, чтобы... Ой, нет, нет, но, блин, ну вот есть спор с лящей, таких хочется надавать. Мне на моей основе почему-то вот говно редкое выпадает. Открываю своих подписчиков на аккаунте, выпадают добротные реки. Открываю у себя говно лютейшее, просто аж, ну я не знаю, ну стыдновато мне открывать у себя. Не знаю, вот опять какой-то, что попало выпадет. ЛВМ. Да, тут ничего интересного нету, друзья. Фодана карточка 106-я. Быстро я закончил с этими паками. Тоти. Давайте мы... Стоп. Чуть не туда. Купоны Тоти. Мне нужна карточка Блана, но выпадет мне карточка Мане либо Алисона. Зная свою удачу, хер еще нормально выпадет. Алисон. Ну, уровень удачи моего аккаунта — это 0. Я не знаю, почему такой дерьмовый уровень удачи на моем аккаунте основном. Открываю у своих подписчиков, всегда что-то годное выпадает. Открываю у себя, хер там, ничего не падает нормального, вообще ничего. Эдера карточку я смог купить. Так, а мы тебя продаем. Подтвердить. Кого там еще хотел купить? Кого-то еще хотел приобрести или нет? Только Эдера одну карточку. Получи игрока, забираем 39 миллионов монет. Заходим мы совместно с вами куда? В раздел премиальных кумиров. Пооткрываем здесь паки. Нужно отсюда повыбивать парочку достойных игроков. Такс, Рабьё. Хорошо. Открываем еще. Ладно. Мне нужны 99-го рейтинга игроки. Вот они максимально нужны. 101-е выпадают, за что? 101-е мне не нужны. Так, эффект есть. Что тут? Франция. ЦПшник. Из Ювентуса. И рейтинг 103. Рабьё. Ладно. 4 открываем. Ну хоть одного годного игрока смогу выбить. Понятно, как по. Продолжаем. Давай, ну удача. Ну ё-моё, ну хотя бы. Да нет, тут я не верю в Роберта.
Вот знаете, вот хотелось бы, конечно, поверить в карточку Роберта Левандовски, но вы же сами понимаете, то, что Роберта Левандовски карточка не выпадет мне из этих паков. Я сам, если честно, начинаю уже переставать верить в такие чудеса. Так, а что здесь? Рабьё снова. Мы так не оставим это все. Поэтому мы сюда заходим, 2500, 3 наборчика открываем. Или не хватит там, кстати, я что-то подзабыл уже. Что в этом паке будет? Немец, Цопник. Ну, Матеуса карточка 110. Зря на eSports, что ли, наезжал только что. Походу, мне два Матеуса гарантированно сегодня выпадут. Обеспечено. 111 миллионов монет стоит его карточка. Я, если честно, ну думаю, да не может Матеуса карточка выпасть. Представьте, если сейчас фарт продлится, хотя... Хотел сказать на букву Х. Так, Бразилия. Цопник. За Манчестер Юнайтед. Казимиру еще карточка. 108. Так, давайте уже до конца добьем эти поинты, которые у меня остались. Один набор мы последний только и можем открыть. Я что до этого уже размечтался. Ай, ёп. Херь такая. Ну, Матеуса карточку я, ну мог предполагать, что выпадет, но не так, чтобы прям пипец как верил то, что вот она реально выпадет. Нет. Так, мне походу не хватит там или хватит. Сейчас будем разбираться, как у нас тут расклады будут происходить. Все, открылся вроде бы премиальный кумир или нет? Не открылся, ё-моё. А, вот, или нет? Все, открывается. Тратьте премиальные жетоны, задача у нас выполнена. Аргентина. А, из Интера. Блин, я уже начинаю не о том думать. Куда меня мои мысли несут, я не понимаю. Так, и сейчас, я так понимаю, грубо говоря, еще раз выбиваю карточку Матеуса и начинаю заниматься жесткими продажами на рынке. Вот что-то мне так кажется. Так, этап, задача. Мы выполняем ее. Посмотрим, что будет падать сюда. И узнаем. Ну, понятно, Цопник будет. Да. Два раза карточку Матеуса выбиваю. Ничего интересного нету в этом. Поэтому я уже понимаю, то, что один улетает на рынок, второй не знаю куда. Надо подумать еще, возможно, стоит схему менять. Потому что вариантов очень много у меня, как поступать. И сегодня совместно с вами должен немножко пошаманить. Первым делом, что мы делаем? Мы заходим совместно с вами на рынок. Мы игроки. Где тут карточка Матеус? Нажимаем кнопку продать. Продать. За 105. Блин, за 105 так не хотелось его продавать. Ну ладно. Что поделать? Иногда нужно для контента, это надо делать. Заходим сюда вот. Мой составчик. На данном этапе вот таким вот чудесным образом выглядит мой состав. Выбираем схему 4-1-2-1-2 широкая. Надеюсь на то, что мне эта схема подойдет. ЦПшники, ЦАПники есть и нападающие есть. Отлично. Текущая схема у нас. Теперь, что мы делаем? ЦП мы оставляем. На место карточки Месси мы ставим Беллингема. Теперь у нас один нападающий есть. Цапник тоже есть. Достойная кандидатура. Карточка КК. Дальше. Нам нужно купить еще одного нападающего. Ух. Я думаю, то, что состав просто пушечным будет. Я не знаю, кого ставить. Матеуса либо Веры карточку. Два офигенных варианта. Напишите мне, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, как мне поступить. Поставить карточку Веры либо Матеуса. Жду именно ваши советы вот там вот внизу. Мы переходим на рынок. Мои заявки. 109. Я ищу карточку Ван Бастена. Реально ли его купить за эту стоимость или нет? Прям очень хотелось бы, чтобы получилось его взять. Карточка Алисона. Продаем. 108. Продаем. 24 миллиона 500. Хорошо. Карточка Казимиро. Продаем. Блин, много желающих. Не факт, что смогу продать. Мне интересно, уйдет с рынка. Очень хотелось бы. Мои заявки, кстати, я купил. А нет. Или это... А, это... Я уже подумал, Ван Бастена я смог купить себе в состав. Продать. Продано. Получи все монеты. Сейчас мы выбираем карточку. Стоунса. Эдера вместо него выставляем. Тренировка. Перенести уровень тренировки. Мы выбираем Эдера карточку. Трансфер 992. 36 тысяч. Жетонов переноса ранга у меня на балансе. Выбираем карточку МБП. Перенести уровень тренировки. КК.
Трансфер 992. По чуть-чуть улетает. Подтвердить. Друзья, но я прямо сейчас ожидаю от вас комментария, чтобы вы мне подсказали, как мне поступать со своим основным составом. Правильно ли решение то, что я покупаю карточку Ван Бастена, либо же нет? И что вообще можно видоизменить в моем основном составе? На центре защиты я постараюсь каким-то чудесным образом забрать карточку Ван Дейка, и тогда у меня будет ну просто шикарнейшая защита, либо карточку Мальдини. Не знаю, что получится в конечном итоге, но я буду стараться по максималке. Балака карточка, Беллингема, Вейры карточка, Эрика Кантона, Кака, Месси, Шмехеля, Хакими, Эдера, Тиаго Сильвы и Эрнандеза. Начинаем. 1-2 играем. Кака, пас на ход, на Эрика. Эрик принял мяч, забил сразу же, моментально. Идеальный нападающий у меня. А интересно пройдет. Но Месси, Месси хорош, нижний угол. Блин, так не хочу менять карточку Лионеля Месси. Надо будет думать, что делать с моим составом. И здесь хорош. Верховая дуэль просто на ура у нас проходит. Продвигаемся дальше, продвигаемся. Ой. Эрика Кантона, Эрика Кантона. Ух. Блин, моделька карточки Эрика Кантона нереальная. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, не смогли. Отличный момент, у нас черный экран, и нам забивают в этот момент. Это круто, Вера, хорош. Хотя бы ты забиваешь и не подводишь меня. Соперник огрызается, нам забивает голы. Месси. Отличный счет. Бэмс. Супер. Пока что мне уже очень нравится. Эрик Кантона, а ну-ка, если плеточка такая. Ох, как же спасает вратарь. Не зря, походу, Месси оставил, да. Одни эмоции, когда играешь этим составом. На Эрика, Эрик, бэмс. Что вам сказать об этом составе? Идеальные игроки. Совсем скоро я совместно с вами сумею прокачать 136 ОВР и постараемся сделать 137. Все будет не за горами. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь для того, чтобы мы совместно с вами могли продвигаться только в нужном направлении и только вверх. Ну, друзья, принимайте участие в конкурсе на звездный абонемент, либо покупайте через меня, через мой магазин. Все покупки через меня проходят только официальным путем и без каких-либо блокиров. Нужная ссылка на мой магазин находится в описании. Ну а с вами был как всегда ваш Влад Капуста. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!